Лёх, ты тут? Да. Меня заменить, у меня доступа нет. Надо падение короля меча. Ну, значит, уберут нам третий сокет-то. В смысле? Ну, вон Гринди написал, что типа третьего сокета вообще не должно быть в этих шмотках. Чё за прикол такой? Но он же есть. Ну вот Дезурон-то явно не просто так же нарисовал. Но у вас же ромб же распечатал или нет? Это Лорди тоже распечатал. Чё, есть там? Просто тема создалась, я, кстати, Dark Seedel, эту тему я просто не видел, что там Гринди написал. Что типа все доп-сокеты почти у всех классов, они с ними вообще. Падла. Я даже поздно тебя заметил, не подвалял. На коралку пока тебя перекинул. Там Тимыч и Найтнинг. Классно. Опять мы. А на этих выходных будет облачка, не? Чпать еще. У нас нет облачка. Ну если будет, будет собирать, то там надо будет. Я по субботу себя. Типа вот собирать. Вообще пока не хочет больше собирать. Пока нету времени. На обычку просто нету времени пока. Ну, что можно бы делать? Тренами пока идти. Да ладно, еще раз просто. Зачем собирать обычку, если он вот собирает, то прости. Они не всегда убил. Он же по вечернему собирает. Так если бы вы приходили, убивали бы всегда. Ну да, вы половину не приходите, там и не убиваете. Тут пойми откуда вы. Тут всегда так. Когда не будет, да. Ковой сидит там по 2-3 часа собирает, еще потом часов на 5 рыб. Ну я прикольно, я проснулся в этом наличии еще поугарал. Ну ладно. Дай-ка еды. Что-то видов у нас развелось, обалдеть сколько. Кого? Видов. Понятно, откуда да. Всего на одного. Роскоша, тут можно весь рейд пробыть. Всего на одного больше, а уже такого, сколько друидов. Вот даже ДК я паладина не поставил. Тут хорошо БР входит.
Можно всем рейдом сдохнуть, потом еще раз это через БР поднять. Да, смог, конечно. Дайте столик маги. Не жадничай. Ну, как и предполагалось, 26 человек. Все стырил у меня моба. Там одно тело будет какое-то? Ну, типа, Тимыч через 10 минут должен быть. Оставьте, пожалуйста, этого Дживса. Он уже в Долоране, можно пригласить. Не, он написал 10 минут еще. Там у кого есть, кому не жалко, поставьте, пожалуйста, починиться.
Фрадо тут. Фрадо на X3. Алоэ внизу. Луций, не начинаешь. Твоя первая, моя последняя. Дайте бафы, пожалуйста. 9 дроидов лапы будет, нет? Ладно, так и быть, дам лапу. А рыбу поставят? Стоит вот. Кто наверху из хилов? Просто отец с Луцинем, Мосса с Войдом, остальные внизу. Фарадо. Блин, ставьте Дживса, пожалуйста, у меня плечи желтые. А желтые это не страшно еще. Последняя проверка. Даешь япончик и тут. Я тут. Я не могу починиться. Потом починишься. Ты даешь. Он вылетел. Осуждаем. Сейчас долетит. Песик, поднимаю Энджи. Вверх полетел. Твоя первая платформа у тебя. Вверх полетел.
последняя летит. Кашника хилти хорошо. Сколько там на нем мобов, посмотрите. 3. 1 600. Одного добейте. Моба. Ну что началось-то? Алоэ на мобах. Подбивайте мобов, пока сейчас босс появится. Луци на боссе. Убейте мобов. Еще один, да, балку? Там перевели уже. Поближе к мобам босса. Иди. Убейте мобов сначала. Босс. Когда босс упадет метеором, убегайте от него подальше, чтобы мобы вас не убили. На танке, в котором упадет босс, метка стоит. Босс всегда к танку идет. Босс исчезнет. УДПС по мобам. А
Только не добивается мобов. Висрит, подбивайте мобов до 20%. Череп побольше. Крестик, крестик стоп. Надо убивать мобов, когда нет босса. Убегаем от кружка. Завис? Да, осуждаем. Черт, упал. Хорошее начало. Опа, всех выкину. Да, Сергей упал. Да, всех. Там обнова подъехала, 31 метр. Подъехал.
На сколько? 31. Типа надо, короче, обновить. Скажете, как запускать бой. Запускает. Пускает, кажется. Да, после героя все пускает. Он заходит. А убери помощника с меня, пожалуйста. Если есть такую почту, поставьте, пожалуйста. Сейчас захожу под лист.
Пока тут. Ты где там? Пока тут ты здесь. Он обнову качает, написал в Дискорде. Это 31 мегабайт. Там скачивает вообще. Здесь есть босс тогда. Ну если ему лут не нужен отсюда, с боссом можно и 24 пульнуть. Ну вон, написал пулять, поехали. Бафы обновили, на позиции. Вон этот тиммейт сейчас. Что, откатило, что ли? Да ничего не откатило. То вроде рыба. Вот. А давайте уже на следующем поставим. Давай пуляем уже. Все здесь. Я жду команду Войда. А где дудка? Пул! Класс. Ничего, подождем еще кружочек. Минус прожимка, минус препод. Так, точно. Я где горн? Тотем же стоит шаунский. Все спрыгнули. Все, я в десять. Да в смысле? Заебали, это ГП, короче. Не, ну в смысле, ГП, мы уже внизу были. Внизу был, какого хуя он? Трупы. Убило вас, чем написано? Значит, это баг, потому что мы уже вниз прыгнули. Смотри, трупы где лежат. Пока вы в полете, вас там... Валка есть? Лапа есть. Нету. Каску потом, если не трудно, бахните. Тимыч, просто отца поднимай. Гринперси Бронсона. К
Каску, пожалуйста, бахните. Пока тут. Охуенно, я повис. А ты обнову качал? Да. По-моему, сейчас отвесим. Сколько надо камобов? 3, 1 лоу. Хватит умирать на этой хуйне. Шторы внизу лежит, да? Грин персик, шторы резы. Я давал БР, почему там не встали. Ну, понял. Энджи, шторы, иди резы. На ДКшника обратите внимание, моба с лоу хп слейте, еще одного. Он ко мне или наверх? Пере. Окей. Четвертая платформа. Япончик залагал, что ли? Перья, да? Не сливайся, моба. Перевели, да? Черепок не убейте только. Луций на боссе. Теперь все в черепок и в мобов на ДКшнике переключитесь. Милики, можете босса бить. Бейте моба еще. Теперь босс.
пороги мобов под боссом напуливайте на войда. Я где кашет такой отведу. Выйдите с лужи, сова, выйди с лужи, выйдите все с лужи. Блять, сова. Персик лагает. Босс исчез, фулл ДПС по мобам. До 20%. Тюмилики в кучу вставайте. Босс появился. РДД мобов добиваем. Все, забирай, папа. Просто огромный. Заберешь крест, череп не убейте, он все время отбегаем от лужи. Мобов РДД, великий босс. Там на мне птичка. Забирай. Через. Подбиваем. Крестик сильнее. Сильнее бейте, босс сейчас появится. Еще раз забираешь. Крестик стоп. По черепу чуть-чуть еще. ДПС по мобам, повернулись по мобам. На 30% тормозите, там доты доведут. Босс появляется, сразу добивайте. Все, тормозите. Отбегаем. Добили маленький. Сильнее. Череп сильнее. 400к череп. Ну сильнее, в череп. Весь рейд повернулись, убили череп. Сбивает проценты, боссу 5% снимает. Сейчас, блять, исчезнет уже. Что? Следующих подбиваете. А у нас на грудак маговский кто-то есть? Крестик стоп. Есть покупатель на шамановский. По мобам. Отбегаем от босса. Стоп, стоп. Все норм. Убивается. Забирай следующий.
кот в луже бегаешь. По мобам. Не убейте. Череп, стопните. Подбегаем. Добейте мобов. Что, может, Геру, да? Уже пофиг, надо было сразу давать. Отбивать я мобов. Появится босс, одного сольете, там их босса. По крестику стопните. Появляется босс, отбегаем. Все, там лям убивать босс. Зря сейчас Геру прожали, это вообще лишнее было. Да, на, опять. Чё трэш, да, будем долго чистить, наверное. Энджи, это тебе на какой успех?